За последние несколько месяцев ситуация с незаконной торговлей вдоль трасс в Малодубинском сельском поселении резко изменилась. Несанкционированных торговых точек практически не осталось. В этом убедился заместитель главы администрации района Алексей Волков, который вместе с главой поселения Альбертом Симаковым проехал деревни Ожерелки и Платава. Еще недавно здесь кипела жизнь, а теперь сторожевому псу остается охранять только пустые прилавки. Это война, которую администрация района Малодубинского поселения и сотрудники полиции объявили незаконным предпринимателям, кажется, подходит к концу. И в этот раз не в пользу последних. На протяжении многих периодов времени, долгого периода времени, было гражданами организована незаконная торговля. Она отчасти была такой как бы негативной визитной карточкой нашего района. Мы с вами видим, что из 30 точек на сегодняшний момент, вот сейчас мы сделаем с вами план в объезд, осталось буквально порядка 1-2 точек. И то эти точки небольшими объемами, как говорится, уходят во дворы. То есть непосредственно с проезжей части они ушли, уходят во дворы. И вопрос их ликвидации – это вопрос времени. Только за 2 месяца сотрудниками полиции в ходе рейдов было изъято более 2000 мягких игрушек и более 100 канистр с незамерзайкой. Привыкшие отделываться легкими штрафами незаконные предприниматели явно не ожидали такого поворота событий. Как отметил Алексей Волков, на этом работа не будет закончена. Теперь основная задача – следить за тем, чтобы освободившиеся места не заняли новые продавцы.